Всем привет! В новом видео я вам показываю, что я увидел в гараже. Собственно, предыстория. Заказал заказчик ремонт ворот. Мы приехали на заявку и увидели вот такую вот стенку. Стена нам очень понравилась. Я такого еще не видел, был, мягко говоря, очень удивлен. Вот. Ну и я так думаю, данную стенку собирал. Рукожоп не менее чем 80-го левела. Очень прокачан навык. При всем моем желании, да и думаю многих, такое повторить это просто нереально. Я такого еще не видел. Вот. Собиралась эта стенка, скорее всего, в несколько подходов. Заливалась участками. Здесь присутствовали щиты д-вертикальные, здесь скорее всего вертикально стояли щиты, здесь уже горизонтально, здесь имеются выпуклости. Вот, дай уровень, приложи уровень. Ну вот, прикладываем уровень, и что мы видим? Вот уровень, вот как у нас идет. Шикарно, просто шикарно. Берем вот тут точку, допустим, максимально выпирающую. Вот как у нас идет. Получается, ни низ, ни вверх в уровень не попадает от вот этой точки. Как вот здесь вот это исправлять? Здесь вот. Я даже не представляю. Ну, заказчик сказал, что здесь он сантимов 20 снизу уже сам сколотил. Вот в этом месте. Вот. Нам предложил он подумать, как это можно дело исправить. Но мы серьезно подумаем над этим вопросом. Что мы видим в данной стенке? Тут у нас бетон. Бетон, скорее всего, даже включает в себя фракции щебня. Вот. Также присутствует армирование. Арматуру мы наблюдаем здесь где-то 18-20 периодического профиля 3 класса. Вот здесь вот уже потоньше арматура. Здесь где-то 14. Уголок. Не знаю, какая функция. Также вот элемент кирпичной, каменной кладки, силикатного кирпича, кусок полистирола. Видим также. Для утепления же надо было. Да. Тут вот какой-то паклей непонятно забито. Кусок доски, шифер. Также вот здесь вот какая-то сетка. Вот. Без нее-то вообще никуда. Для картошки, наверное, вот кусочек сетки. Вот как-то вот так вот сделано. Скорее всего, заливалось это в несколько подходов. Вот. Для того, чтобы удержать опалубку, здесь, скорее всего, была применена вот такая вот скрутка через проволоку. Вот как-то так. Ну, спасибо за внимание. Я думаю, вы также оцените с большой радостью, как и я, эту стенку. Вот. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. Ожидайте новых видео. Всего доброго!